Смотри, видишь это вот здесь. Это то, что объединяет амниотическую сумку с маткой. Это на грани отсоединения. И что тогда? Ты потеряешь ребенка. Успокойся, это не точно. У нас еще есть время. Я просто тебя предупредила. И что я должна делать? Паула, как ты относишься к тому, чтобы лечь на сохранение на оставшееся время беременности?